Всем привет! Продолжаем смотреть картины Музея изобразительных искусств Будапешта «Апостол Варфоломей» Маттео ди Джованни. Дерево 80 на 48 сантиметров. По описанию, содержащему в римском мартирологе, царь Армении в гневе на то, что святой Варфоломей обратил большую часть его страны в христианство, приказал содрать со святого кожу, а затем обезглавить его. Поэтому уже с 15 века в изображениях святого Варфоломея в качестве его атрибута встречается содранная кожа, которую держит в руках сам мученик. На картине изображается атлетически сложенный святой, который несет свою кожу, элегантно накинув его на плечо в виде плаща. Делая этот сюжет, я сразу вспомнил Миланский собор. Там есть, конечно, потрясающая скульптура святого Варфоломея. Она производит впечатление. Это просто так, ремарочка. Картина могла быть частью алтарного образа, написанного Маттео около 1480 года. До последнего времени она не привлекала внимания искусствоведов, пока ее не определили как принадлежность кисти Маттео ди Джованни. Ну вот все, что я нашел по картине «Апостол Варфоломей» Маттео ди Джованни, по книге «Тосканская живопись. Эпохи раннего возрождения. Издательство Карвина». Посмотрели мы сегодня картину «Апостол Варфоломей» Маттео ди Джованни. Пока-пока, до свидания.